Мы пришли к выводу, что это будет лучшая станция, лучшая, которую мы с россиянами построим. И по такому типу будут строить россияне во всем мире, и мы будем подставлять плечо, где надо. Ну и обсудили вопросы кредитных наших соглашений, обязательств и кредитования Беларуси и белорусской экономики, и вопросы процентных ставок, особенно по атомной станции, чтобы мы быстрее закончили в пакете, как мы в Сочи обсуждали, чтобы побыстрее закончили эти договоренности и чтобы не было там каких-то отягчающих обстоятельств.